Итак, всем привет, дорогие друзья. Находимся в красивейшем городе на Неве, в городе Санкт-Петербурге, у брата в гостях. И решили попробовать новый вид ловли. Ну, может, для нас он новый, а для как бы местных жителей он не нов совсем. Вот, выехали. Сейчас время без 20:10. Выехали со спиннингами на Неву. Вот телебашня какая-то. Расскажи, что за телебашня? Санкт-Петербургское телевидение. Санкт-Петербургское телевидение. В Москве, блин, есть Останкинская телебашня, а это Санкт-Петербург. Все, сейчас попробуем. Дальше все увидите, покажу. Только расстояние держите. Так, потихонечку пойдем туда. Все ясно. Что, что-то попалось, что ли? О, я встал, и... А тут, может, натянута она, веревка эта? Да. Так, ладно. Новый вид ловли. Так. Плоховато видно, правда, но сейчас разберемся. Оп, есть контакт. Красота. Получается, какая-то улица. Оп. Так, буй. Ага. Вон там буёчек. Попробуем здесь. Есть. Так, вот буй. Это значит, нам надо отойти чуть-чуть подальше. Оп. Очень красиво здесь. Thank you.
так надо. Это не будет, а что-то. Просто зацеп. Да я отошел за них. Ну, ты что не сказал? В ту сторону. Надо уйти, значит, метров на 30-40 туда, блядь. Ну, сейчас уйду, она потихонечку оттаскивается. Что, блядь? Да хуел трос металлический там, блядь. Да? Это он тут пинг, блядь, растяжку стоит, блядь. А что, я пирс тяну, что ли? Ты трос, блядь. Сейчас, подожди. Ты сейчас этот сам... Я ее уже подтянул, то нормально. Его не надо так. А ты там обрезал или оборвал? Оборвал, блядь, новая мандула. А здесь и лески немного, я закинул и... Нет, тут не сильно много лески. Я потому что закинул, он тик и встал. Потому что я думал, что я какую-то то ли сетку, то ли что-то спанул. Да ты... Отойди лучше, Ирина, а то сейчас соскочит. Для тролля. Ну я вообще подтянул тут вообще сильно, хорошо подтянул его сюда уже. Ну порежешься. Давай я лучше шпулю потихонечку буду подкручивать, насколько... Ты шпулю, блядь, я сейчас 4000-ю, блядь, катушку наебнешь. Не, я сколько смогу подтянуть, я подтяну лучше сюда. Ирина, отойди, а то там соскочит, не дай бог. Давай спинник не сломать. Все. Все. Стой, блядь. Минус еще одна, блядь, реванка. Нас наезжать, но... Только не урони ящик, блядь, в воздух. Да я сейчас на землю поставлю, блядь. Итак, попытка номер два. Попыточка номер два.
застегнуть. Есть. Застегнули. Берем все и идем туда. Ну чё, пиздосик, поймал что-нибудь? Не ходи туда, уйди сейчас. Как не переезжать. Чё, зацепились что ли или чё? Уйди, вот, стоят рядом, опять нет, хуйня. Сейчас поедем. Вот, переехали на другое место. Она у меня криво стоит, да? Камера. Да, наверное, не Все, огонь. А это что, Аврора? Я все сказал, да. Да? Сейчас я напротив, рядом с Авророй поймаю судак, вот такого судака, да. О, еще рыбачки поспели. Судачки? Что там, смотри? Она травка. Обрывается, да? Да, ты куда хочешь? Да я попробую туда зайти, под мост покидать. Окушок. Thank you.
Все, встало. Смотри, на кончик. Сейчас я буду по 20. Раз, два, три. Чуть назад, ты видишь? Вот, смотри, хочешь протянуть? Да. Встало. Там вообще видно было. Не хорошо, там видно излучение. Оп, видишь, упал. Да, да, да. Да, чувак, короче, проходил, я говорю, как успехи. Он говорит, ну мелочи есть. Что, говорит, прикол, не то. А во сколько мосты там разводят? По кому? Ну, есть график разводки мосты. Короче, рыбу порыбачили, ничего не поймали, красоту посмотрели, мосты горят, все горит, холодно. Ноль, минус один, да? Нет, минус три. Один? А, один градус. 1С, программа 1С. Питер, 1С программа. Вот так. Так что, короче, когда вам говорят, что за ней придется так, и говорят, приезжай в ноябре, в октябре. Не ведитесь, ребята, не ведитесь. Ну, если поймаем, то аж другой разговор. Тогда ведитесь, да? Я с круга захожу на судака. Судак стоит носом против течения. Я подвожу сзади, провожу мимо глаза, и он клюет. Все, на этом я завершаю свою рыбалку. Если бы это была первая рыбалка, которая пришла.
Это вторая. Нет, еще не предел. Так, все, дорогие друзья, закончилась наша рыбалка. Собираем вещи. Не дождались разводных мостов, очень холодно на улице. Вот как-то так.